Число 50 финалисток Елизавета Смолина попала в конце марта. Тогда же вместе с другими участницами девушка и начала активную подготовку к главному шоу национального конкурса. Одним из испытаний финального этапа был выход в купальниках. Именно после него жюри выбрало 10 красавиц, которым предстояло продефилировать по сцене в вечерних платьях, а также ответить на каверзные вопросы ведущих. Так наша телеведущая рассказала о том, что для нее значит быть уникальной и неповторимой. Добавлю, что корона мисс России в итоге была удостоена Алина Санько из Азова.